Всем привет! Меня зовут Мария Микульчик, я тренер Gold Fitness. И сегодня мы с вами рассмотрим тренировку в домашних условиях – удар по проблемным зонам. Чаще всего проблемными зонами у нас являются ягодичные мышцы, мышцы кора и мышцы рук. Собственно, над этим мы с вами и поработаем. Для начала нам нужно размяться, для этого мы принимаем упор лежа и делаем такую несложную связку. Левое колено к правой ноге, правое к левой, прыжком вперед, вверх, хлопок. И таких мы делаем 10 раз. Итак, первое упражнение у нас упражнение на ноги. Мы делаем приседания. Ставим ноги чуть шире плеч, носок немножко разворачиваем в стороны, вес переносим на пятки. Движение начинаем с отведения таза назад, руки направлены вперед, садимся вниз таким образом, чтобы таз опустился ниже колена. И поднимаемся вверх, полностью выпрямляем все суставы. Вниз мы опускаемся, делаем вдох, поднимаемся, выдох. Угу. Грудь у нас смотрит в потолок, спина прямая, колени в сторону стопы. Следующее упражнение мы с вами сделаем выпады. Левую ногу с вами ставим вперед, заднюю ногу на носок. Передняя нога немножко скосолапит стопу. Руки на пояс, делаем вдох и опускаемся, касаясь коленом пола, и поднимаемся, выдох. Для следующего упражнения нам потребуется диван. Я надеюсь, что он у всех есть. У нас это скамья, так как мы находимся в тренажерном зале. Для этого мы ложимся на диван. На лопатки. Руки убираем за голову. Опускаемся вниз, делаем вдох. И на выдохе поднимаемся максимально вверх, сокращаем максимально ягодицы. С вами задействуем мышцы груди и рук. Для этого мы сделаем сначала упражнение попроще, это отжимания. Девушки могут делать отжимания с колен. Мужчинам я предлагаю сделать отжимания в стойке. Делаем вдох, опускаемся вниз и на выдохе поднимаемся вверх. В этом упражнении очень важно удерживать положение планки, не прогибаясь вниз и вверх, то есть только прямое положение. Для следующего упражнения нам потребуется скользящая поверхность. Это у вас дома может быть линолеум. Вы можете взять два полотенца. У нас это профессиональный слайд. Но это очень легко воспроизвести в домашних условиях. С вами также встаем в упор. Девушкам я предлагаю сразу делать с коленей. Делаем с вами отжимания. Одна рука уходит в сторону, локоть руки уходит назад, которая у нас стоит в упоре. И таких мы делаем по 10 движений на каждую руку, то бишь 20 отжиманий. И завершающее упражнение мы сделаем с вами на пресс. Для этого нам тоже нужна скользящая поверхность. Ноги мы можем установить на полотенце. Если у вас есть паркет или линолеум, будет просто отлично. Для этого мы встаем на полотенце, берем упор на руках на пол и делаем скользящее движение назад и подтягиваем ноги к себе как можно ближе. И опять так же назад и опять подтягиваем к себе. Самое главное здесь
напрягать мышцы живота, тянуться поясницей к потолку на выдохе. Делаем вдох, опускаемся вниз и на выдохе опять поднимаемся вверх. Ну что, сегодня мы с вами рассмотрели тренировку в домашних условиях. Надеюсь, вы будете заниматься в праздники и выходные дни дома. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. И до новых встреч. Всем пока!